Переводы всех выступлений Кевина Смита ищите на портале переводман.com. Джей и Тихий Боб стареют. Австралия. Да, я играю на диджериду 30 лет и обучаю культуре аборигенов. Вообще, диджериду — это не традиционное название. На языке аборигенов мы называем его идаки. Круто! А что это такое здесь по краешку? Края покрыты пчелиным воском. Пчелиным воском? Да, крутяк. Да, для мундштуков я использую пчелиный воск. Скажите, они все звучат одинаково? Каждый диджериду звучит по-разному. Как правило, с мундштуком поменьше, тональность звука выше. У кого из вас самое сложное имя? Мьюз? Пойдет, я сейчас скажу, как дела, Мьюз, а потом очень хорошо, спасибо, Мьюз. Один диджериду не будет звучать как другой. Смотрите, заметили? Он похож на вагину. Джей и Тихий Боб стареют. Наркотики. У каждой саги наступает средний возраст. Вот что происходит, когда Джей и Тихий Боб стареют. Я Кевин Смит, Джейсон Мьюз. Мы сейчас в Аделаиде, на юге Австралии. И это эпичнейший конец нашего турне под названием «Джей и Тихий Боб стареют в Австралии». Вот мы его и завершаем, у нас все получилось. Это круто, мы счастливы, поаплодируйте нам. Всякий раз, когда в деле участвует Джейсон, возникает такое чувство завершения. Когда удается сделать дело до конца, ты такой, ух ты, у нас получилось, это классно, когда можно сделать передышку, перевести дух. Но, блин, в такие моменты может произойти любая хуйня. И такой вечер ты можешь закончить с хуем во рту. О, да. Я надеюсь. Надеюсь, что все закончится именно так. Я синхуй, тем более здесь. Чувак, если будешь брать в рот, бери у австралийца. Не знаю, смотрел ли ты по сторонам, пока мы здесь были, но мужики здесь охуенно симпотные. Не надо так делать, выглядит жутко. Ты похож на ебаного муравьеда, когда так делаешь. Знаешь, такой... Итак, это воздейственный подкаст, дамы и господа. Мы сидим здесь, собираемся раз в неделю, или сколько раз там в неделю собираемся, отвлекаем Джейсона, держим подальше от наркотического демона, с которым он так долго якшался. Об этом мы еще услышим, блядь, но прежде чем мы к этому перейдем, я хотел кое-чем поделиться. Об одной неформальной штуке, которую я проделываю по всей стране. Куда бы я ни приезжал, я проделал эту неформальную штуку. Каждый раз, когда мы обедали в ресторанах и все такое, когда находишься в дороге, ты не в состоянии готовить сам. И в каждом месте я устраиваю проверку, и я хочу сказать, Австралия справилась с ней на все 100. Гораздо умнее многих, надо отдать им должное. Я приходил в ресторан, блядь, и всегда начинал стебать официанта или официантку. Таким вот образом. Держу ебучую ложку и говорю, простите, вы дали мне тупой нож. И просто сижу, блядь, и жду этого чудесного момента, когда они на меня посмотрят и скажут, но это не нож. И надо отдать должное вашей стране. Никто из них, блин, никто. Большинство говорили так, это ложка. То есть сразу переходили к сути. Но был один чувак, и на вид ему было примерно столько же лет, сколько мне. Может быть, он меня откуда-то узнал или почул ловушку, блядь. И когда я такой говорю, мол, эта ложка не режет, он смотрит на меня и говорит, мы здесь в такие игры не играем.
Но у тебя-то что? Ты объездил всю чертову страну, в конце оказавшись здесь, в великолепной Аделаиде. Что тебя прикололо? Что тебе здесь нравится? Ну, меня прикололо... Мне понравился отель. Да. Еще меня прикололо... Короче, по приезду мы пошли погулять... В смысле... Мы с женой и купили этот... Я даже правильно произнести его не могу. Диджериду. Лиджа Рок. В отличие от тебя, бегущего, проверяющего, устраивающего повсюду проверки официантом, моя тема — это на протяжении всего путешествия проверять, смогу ли я потрахаться в каждом отеле. И вот я хотел заняться сексом с женой. А, с женой? Ну да. Может, тебе не стоит говорить об этом вслух, чувак? Она, наверное, услышала про твой секретный план. Короче, твоя тема — это неважно, в какой части этой великой страны ты находишься, ты всегда пытаешься выебать жену. Заехать в отель, Ну, это такое секретное слово, обозначающее «анал»? Нет. Я хочу выебать ее в отель. Она такая: отель сегодня закрыт вечером, свободных номеров нет. Не обязательно, чтобы это было в отеле, но я пытался заниматься этим в каждом городе. Короче, сегодня вечером у нас было несколько часов до выступления, поэтому она побежала в душ после того, как у меня нихуя не получалось дуть в эту штуку. Ничего не выходит, но я сейчас еще разок попробую. В общем, не получается у меня нормально в него дуть, поэтому я нашел еще кучу всяких вариантов, как его использовать. Например, его можно ебать в эту дырку. Так ведь? Ты можешь с ним ебаться или использовать по прямому назначению. То есть ты забрался на другой конец земного шара, чтобы сказать: «О, еще одна штука, куда я смогу засунуть свой хер?» Именно так. Короче, а потом я попытался заставить свою женщину пиздануть своей жопой через него, чтобы она так немножко... А получилось... Вот. Прости. Что значит «издануть жопой»? Ну, пёрнуть. Я хотел, чтобы она пустила газы. Пёрнула. То есть ты просишь жену? Ладно, я допускаю, что она, наверное, уже привыкла к твоим выходкам с диджериду. Для нее нет ничего странного обернуться и увидеть, как ты там наяриваешь этот ебучий инструмент. Но я в жизни бы не подумал, что ваши отношения находятся на таком уровне, что ты ее можешь попросить: «Дорогая, не могла бы ты в него пёрнуть?» И как она нормально? Мгновенно выпускает газы? Она может пердеть по команде? Потому что если да, то это... То она, блядь, должна быть моим соведущим. Она может просто сделать так? Ну нет, она так не может, но я просто хотел, чтобы она попробовала. А она мне отвечает: «Пошел нахуй, отвали от меня». Потом она легла, а я попробовал хуйнуть газку в эту штуку и ничего не смог из себя выдавить. Потом смотрю, она лежит на постели в халате, халат спадает, и я вижу ее дыньку. Я ее так называю. Я к ней подскакиваю, пока она там на iPad занимается своими делами, и начинаю ей натирать кончик немножко. Затем она протягивает руку, пару секунд себя ласкает, и дальше продолжает что-то печатать. А я натираю. Но она заказала еду, поэтому я пытаюсь обсудить, типа: «Слушай, может, сумеем по-быстренькому, а?» Она такая: «Не знаю». Ну, я опять натираю ей, начинаю немножко проникать внутрь, и тут мы слышим стук в дверь. Тук-тук-тук. Я такой: «Блядь», и пошел. Она мне мои боксеры, и хуй болтается из стороны в сторону. Я иду, а потом пытаюсь сообразить. Может, сбегать обратно, натянуть штаны или так открыть. Короче, я попробовал прижать его, положив вот так. Но ничего не получилось, потому что боксеры были очень свободные, так что он вываливался обратно. Падающая башня? Да, точно. И так как зажать его не получилось, мне пришлось делать вот так. Типа, блядь, пританцовывать боком, да? И он такой спрашивает: «Могу я войти?» Держит этот свой поднос, а я ему говорю: «Не надо, поставьте его туда». Он входит. Он входит, ставит поднос, а я такой отвечаю, он на меня смотрит и такой: «Это что за хуйня?» А я не знаю, увидел ли он мой стояк, подумал, типа: «Зачем этот чувак показывает мне свой торчащий хуй?» Потому что у меня еще и жопа немножко болталась, вот так. Ты же вроде сказал «немножко». Если бы ты открыл дверь, если бы я стучался, и ты открыл дверь, и у тебя бы так сильно торчала срака, и была бы эрекция, я бы не подумал, интересно, что у него там на уме. Я бы сидел такой: «О, Господи, меня собираются выебать».
Короче, он поставил еду, смотрит на меня. Я схватил блокнот, расписался там. Расписывался я, отвернувшись. Мне было интересно, о чем он там думает. Ну, в общем, отдаю я ему блокнот, возвращаюсь в комнату, несу еду и говорю такой своей женщине: блядь, кажется, он видел мой стояк. А потом спрашиваю: может, поебемся перед обедом? Но у меня есть странный заскок. Я не могу есть холодную еду. Я типа зациклен на этом. Поэтому я такой: сначала надо поесть. Так что мы поели, она поела. Серьезно, это правда? Реально, зациклен. И еще я должен смотреть телек. Моя жена это ненавидит, особенно... Ты кто, блядь, человек дождя, что ли? Я должен смотреть телек, я должен есть макароны. Ага. Она думает, то бишь, ей особенно это не нравится, когда она готовит. Она сидит такая и говорит: давай есть за обеденным столом. А я ей: я должен смотреть телек и есть прямо сейчас, я не могу ждать. Она начинает накладывать другие тарелки, салат и все такое. Я такой: я не могу ждать, чтобы поесть. Я ем еще до того, как она все закончит, потому что я хочу поесть, пока не остыло. Мерзкое зрелище. Да, хреновое сочетание. Тебе охота потрахаться, ты хочешь ебаться, но тут вдруг горячая еда. Да. У меня похожая проблема, чувак. Но как ни странно, я знаю, что выбрать. Пизда! Потому что толстый человек никогда не знает, когда ему в следующий раз обломится кусочек пиздятинки. А жрачку я всегда могу найти, понимаешь? Да, но видишь ли, я думал иначе. Типа, надеюсь, я смогу поесть горячей пищи и все еще потрахаться. Да, потому что ты худой. Худые считают себя привилегированными. Типа, я могу выебать всех этих баб. Понял, да? А толстые же думают: повезет, если мне вообще какая-нибудь пизденка обломится. Знаешь, было бы идеально, если бы я ел прямо с ее пизды. Одновременно. Я думал, ты скажешь, было бы идеально, если бы мы с тобой встречались, потому что звучит как неплохое сочетание. Короче, мы быстренько поели, и я ей говорю: слушай, я собираюсь принять ванну, айда со мной. Позже сидим мы в ванной, и я такой: прикинь, вот было бы охуенно, если бы я использовал эту хуйню как дыхательную трубку. Лежал бы под водой, а ты бы мне сосала хуй под водой, а? А что? Не знаю, я подумал, что это было бы клево. Типа, я бы мог дышать через него, пока она в это время мне отсасывает. А она мне отвечает: иди ты нахуй, я этого делать не буду. Ты приезжаешь в чужую страну, находишь потрясающий музыкальный инструмент аборигенов, и первое, что тебе приходит в башку, блять, помимо того, чтобы сунуть туда свой хуй, это: может мне поебаться с женой, дыша под водой с помощью этой штуки? Но погоди, то есть ты придумал лежать под водой, дышать через эту импровизированную трубку? А как же жена? Она что, не под водой? Ну нет. Ладно, сейчас. Давайте представим, как это. Знаешь что? Я сейчас в первый раз скажу, что можно было бы использовать иллюстрации. Да, но давай представим, как будто здесь вода. Так. Я лежу под водой. Мой хуй торчит из воды. Погоди. Из всех несправедливостей, которые выпали на долю аборигенов, это, наверное, стоит первой по списку, чувак. Они такие типа: что он с ним сделал? Да и к тому же, я видел твой член, не может быть, чтобы он... Так, блядь. Ты представил, что вода на таком уровне, а ты был типа как айсберг, который потопил Титаник. Да он примерно такого же размера, как микрофон. То есть ты говоришь, если бы я лежал так, чтобы вода покрывала мое лицо, мой член бы не торчал? Погоди. Торчал бы. И я думаю, торчал бы достаточно высоко. Базара нет, согласен. Да хотя бы одна головка, она могла бы... Ну, опять же, она не согласилась. Ну да. Затем я ей предлагаю: слушай, давай я тебе отлежу пизду под водой, а? Потому что я подумал, что мне это удастся сделать под водой. Без дыхательной трубки или смучи-бучи. Диджериду, ага. Ну и она сказала: давай. Погодь, так ты собирался нырнуть под воду и ей отлезать, но диджериду здесь и было не нужен. Ты просто типа захотел: а давай попробуем что-нибудь странное. Ну да, потому что она ведь мне отказала, типа: иди ты нахуй, и не собирайся этим заниматься. Так и сказала: пошел нахуй, отвали. Поэтому я решил: лучше я. Значит, заныриваю такой и давай.
В общем, план не сработал. Ничего не получилось, потому что пизда ведь под водой. Я пробую ее лизать, ласкать, но тут заливается вода, я ее глотаю, задыхаюсь. И говорю такой, да и ладно. Начинаем с ней сосаться, потом ебаться, пытаемся заняться этим в воде. В общем, трахаться в воде — это полный стрём. Постоянно такой... Шлёп-шлёп. А вода такая бум-бум. Чуть погодя, я говорю, да ну нахуй, давай, может, получится, если мы просто будем сидеть. Она садится на него, и я медленно продолжаю. А там стоят эти водометы. Я их включаю и направляю, блядь, струи воды себе в ванну. Все такой... Хорошо, так я смогу делать коротенькие рывки, в то же время моей жопе тоже будет заебато. И пару секунд мне было классно, но тут она опять такая... А вот мне совсем не классно, мудила. Поэтому я такой, блядь... Обычно я в таком не особо хорош. Это что было, ты блеванул в ванную? Нет, я из всех несексуальных вещей, о которых ты рассказывал, это, блядь, первое по списку, чувак. Нет, это я ее так поднимаю, и поэтому типа... Как же ты напрягаешься, поднимая ее? Не то чтобы она тяжелая, в ней кило 45-50 всего. А я такой, потому что я очень слабый. И вот я пытаюсь перешагнуть в ванну, чуть, блядь, не поскальзываюсь. Наконец-то мы доходим до кровати, ложимся, приступаем нахуй к делу. Потом она забирается сверху, делает свое дело, как я уже говорил ранее. Делает свое дело, пытается сползти. Встает, идет в туалет, садится. Ну, я и думаю, отлично, вот теперь хорошо, когда она вроде как расслабилась. Как хорошо, потому что ты нам больше не нужен. Затем я ее прошу, когда мы закончили, лежали на кровати, дурачились, и я такой опять, а давай попробуем, блядь, пернуть в этот ебаный снуч-нуч. Ты не выкидывал это из головы, да? Да, я думал, теперь это она сможет. Мы лежим голые, я такой, что если ты его подержишь немного, а я начну давить тебе на живот? И в конечном счете поддашь малость газку, типа так. На другом конце этой штуки будет вот так. Я думаю, если реально получится, то это будет, как у тех разъебаев на пирсе, которые делают вот так. Но она в ответ, иди нахуй, и не стала этого делать. Поэтому я такой, дай хуй с тобой, я тогда сам. Я беру, присаживаюсь так, и пытаюсь, блядь, тужусь, вдруг так тихонечко. Но потом я попробовал посильнее, и внезапно... Из жопы вытекает немножко подливы, блядь. Совсем капелька. Я чуть-чуть оподливил рог. И это было стрёмно, не пришлось его отмывать, и это был конец моего утра. Потому что жена в этот момент мне говорит, ну тебя нахуй, я ухожу, надо ехать на шоу. Она встает, одевается, прихорашивается, а мне пришлось идти обратно в ванну. Я такой думаю, а может я и сам смогу? Дрочить и дышать через трубку. И так я закончил свой вечер, перед тем, как приехать сюда. Спасибо огромное. Большинство людей, въезжая в номер, смотрят, а что там по фильмам? И только ты, чтобы нам такого взять, чтобы оно пердело. Я правда хотел, чтобы она это сделала. Может, нам удастся ее уговорить, прийти под конец вечера и, блядь... Ага, если этим действительно так важно закончить турне... А если бы она, блядь, сидела здесь, держала бы эту ебучую палку и... Это типа она бы так пиздела через свою жопу. Прощай, турне. Прощай. А мы бы такие, спокойной ночи и все такое. Okay, man. Ладно, чувак, мы почти готовы начинать представление. Вот что мне нравится делать перед Джей Тихий Боб Старей, так это готовиться к вечеру. Я типа люблю сконцентрироваться, ну или, как большинству из вас известно, накуриваться. Перед шоу я сижу, курю траву и читаю твиты. Копирую те, которые мне нравятся, и отвечаю на них. Но я отвечаю на них в качестве затравки на самом деле. Мне весело потом читать их вам. Я как будто их первый раз читаю, будто, блядь, приходил маленький эльф-травокур и писал эти недошутки. Как правило, пишут зрители, которые, как я надеюсь, сегодня здесь. Первый твит от мастера X. Точно тот чувак. Твитит, значит, ребята, вечером увидимся, не обосритесь.
Прямо посреди улицы, чувак. Никогда не спрашивай у австралийца, где это делать. Я отвечаю, точнее, отвечает у куриный кеп. Не указывай мне, что делать. Ребята, вечером увидимся, не обосритесь. То же самое, моя жена каждое утро говорит моим яйцам и хую. Что-то типа того. Так, следующий твит от R. Дэмиана Септер С. Джей Чама. Он написал: сегодня, чуть раньше, когда я приземлился и написал пост о сегодняшнем шоу, типа «Раделаида». Я говорил, что, мол, я приехал в Раделаиду, вечернее шоу в Раделаиде. Этот парень пишет: «Скажи Раделаида еще раз». И, как мне кажется, международный закон позволит мне выебать твой мертвый череп на законных основаниях. У куриный Кэп отвечает: какая ирония. То же самое говорит мне каждое утро моя жена, когда я просыпаюсь. Так, а это от Ника Нанкеро, большой ник 26. Он пишет: Кевин Смит, Джейсон Мьюз и Скотт Можер, увидимся сегодня вечером. Единственные мужики, ради которых я бы не только стал геем, но и позволил бы проникнуть в меня одновременно. Хэштег «Три дырки». Но он ведь мужик, поэтому я все пытаюсь понять, что за третья дырка. Дырка в залупе? Какие они здесь жесткие, чувак. Укуренный Кеп ему отвечает: еще со времен клерков у меня, у Джея и даже у Скотта есть одна и та же мечта. Трахнуть одновременно австралийского чувака. Мы ищем нашего Куигли в Австралии. Так что, пожалуйста, подойди к нам после шоу. Потом я пишу: такое ощущение, что мужики в Аделаиде от нас кончают. А это пришло от Джеффа Крауча, Кот и Джеффри. Он спрашивает: вы пойдете смотреть на аделаидовские яйца? Я пишу, у куриный Кеф пишет: да, мужики в Аделаиде точно от нас кончают. Джейсон Хаксвелл, Оз Смод Фэн, пишет: вот это я обожаю, это потрясающе. Он пишет: сразу видно от сердца. Так это по-настоящему. Пожалуйста, только не говорите сегодня про Мстителей. Моя жена все еще злится, что я их посмотрел без нее. Вдобавок к этой человеческой драме, вот за что я люблю Твиттер, так это за маленькие мыльные оперы в жизнях людей. Вдобавок к этому, под конец он пишет: плюс сегодня я рассчитываю на анал. Укуренный Кеф отвечает: если ты хочешь анал после того, как мне показал своей жене Мстителей, тебе нужно обыграть все более тонко, осмелюсь сказать, незаметно. Потому что, пишу я, все стремятся склонить к аналу своих жен. Подпись Тор. Моя жена так его ненавидит, что начала даже носить Асгард, бронетрусы. Итак, три твита от ребят, которым через много пришлось пройти, чтобы сюда попасть. Давайте просто выразим им уважение. Люк Маккаллум, Люк MC480. Он пишет: я уже почти посадил свой зад в самолет, чтобы полететь в Аделаиду и сожрать еще одну порцию Кевина Смита и Джейсона Мьюза. Боже, он приходил на наши другие выступления, чувак. Поэтому я подумал, что это круто. Вот еще чувак. Зеробурский Мату Зеробурский пишет: отказался от потенциальной работы ради того, чтобы попасть в Смаделаиду на сегодняшнее шоу. Сказочный долбоёб. Ты бы мог потом это услышать бесплатно, приятель. А вот еще Адам Коммунист пишет: единственная причина, которой я могу оправдать свой выход из дома перед операцией на позвоночнике, это шоу в Аделаиде. Несколько месяцев в постели меня не остановит. И он пришел, несмотря на то, что ему собираются делать операцию. И укуренный Кеф написал вам всем: господа, я ценю ваши усилия, и поэтому предлагаю вам сегодня на вечер Джейсона Мьюза. Делайте с ним все, что пожелаете. Он мягкий и женственный. Уж я-то знаю. Так, а это от Сандры Гланвилл? О боже. С нижний пробел Гланвилл. Сандра Гланвилл пишет: добро пожаловать в Аделаиду. Иду на выступление со своим муженьком. С радостью бы занялась своим первым сексом втроем со своим муженьком и Мьюзом. Ты был бы... Да.
Тебе, мой друг, как приглашенный звезде, они бы оба уделяли внимание, чувак. Поклонялись бы тебе как богу и все такое. Звучит неплохо, но я написал небольшую поучительную историю про это. Точнее, это больше песня. Да. Я всегда полагал, что наше шоу, как вы видели, как вы могли наблюдать в течение нескольких минут, оно не требует никаких талантов. Мы просто сидим, болтаем друг с другом, вся такая херня. Так что я всегда считаю, что кто уж талантлив, так это наши зрители. Они тоже могут сидеть и болтать. Нам нравится привлекать зрителей к выступлению так часто, насколько это возможно. Почему бы нам всем вместе не повеселиться? Так что я написал небольшую песенку. И она стала песней типа «Строчка и повтор». Я пою, а вы поете со мной. Типа я пропеваю строчку, а вы ее повторяете. Вот, например, если бы песня начиналась со слов «Я Джейсон Мьюз», я указываю на вас пальцем, и вы повторяете «Я Джейсон Мьюз». Но только, блядь, получше, все вместе и с удовольствием. Давайте еще разок. «Я Джейсон Мьюз». «Я Джейсон Мьюз». О, с акцентом намного прикольнее, потому что звучит как-то так. «Я Джейсон Мьюз». Эта хрень станет вальсом с Матильдой. Итак. Это очень простая песня, и ей нужен очень простой бит. Хочешь замутить мне бит? Да-да. Потише. Помягче, а то хуячишь мне тут какого-то Нила Пёрта. А мне нужен Фил Коллинз. Отлично, давай. Запомните, я пою, а вы подпеваете. Я показываю, и вы повторяете. Это прикольно, будет весело. Каждый может так делать. Добро пожаловать на наше шоу, и поехали. Раз, два, три, четыре. Блять. Эта отрыжка мне весь настрой нахуй сбила, чувак. Ладно. Это развратная девица Сандра Гланвилл хочет в задницу мужа засунуть член рассортной звезды по имени Джей Мьюз, что играл небольшую роль в погоне за Эмми. Это звучит сексуально и по-голливудски горячо. Но ведь это Джейсон Мьюз, поэтому даже не надейся. Ведь как только он придет к вам с мужем домой, Джей схватит ваш пульт и начнет смотреть телек. Не классные сериалы, не ходячих мертвецов, о нет. Он смотрит дерьмо. Типа, она написала убийство. Некоторые вещи лучше оставить в уме. Не возжелай Джея в хуй себе под хвост. А теперь обними своего мужика. Наслаждайся его членом. Старина Джей не согласится. Он смотрит Мэтлока. Итак, расскажу тем, кто мало знаком с нашим шоу. Это такое шоу, где мы сидим и говорим Джейсону Мьюзу не прикасаться к наркотикам и, как правило, рассказываем о всяких наших прошлых деяниях, о клевых штуках, которые он совершал в прошлом, ну или, как вы уже слышали, о вещах, которые он недавно пытался выебать или как заставлял жену ему отсосать. Но он, как это ни странно, начал шоу с секс-истории. Хотя именно в этой части нашего вечера мы всегда предоставляем слово мистеру Мьюзу, чтобы он рассказал нам какую-нибудь грязную секс-историю из прошлого или какую-нибудь там-нибудь галиматью. Зажигай, мистер Мьюз. Короче, как-то давно я встречался с одной бабенкой. Когда я только начал с ней тусоваться, это было круто, потому что у нас типа с ней все завязалось сразу же. И уже на втором свидании мы с ней ебались в тачке. Она, блядь, начала... Короче, я ехал, а она начала сосать мне член. Стоило мне на секунду отвернуться, взять полотенце. Перед этим я видел, что кто-то едет за рулем, и тут внезапно слышу... Ну да, это было неожиданно и клево, полное безумие, потому что мы встречались, мы ехали, болтали о том, чем бы заняться, но домой поехать не могли, потому что она тогда еще жила с мамой, она типа такая, ой, моя мама не любит, когда кто-то приезжает, ты все такое. Поэтому мы просто катались, тут внезапно она вытягивает мой член, и давай. Кстати, было сложно, понимаете, да? При этом сложно рулить, но это было круто. Я прибавил музончик, но была одна странная штука, когда она отсасывала, когда она начала, это так чудно было. Я понял, что что-то не так, потому что она такая...
Мои бугорки, мои красивые маленькие бугорки. Как будто бы она поет, пока сосет мой член, и я тогда подпеваю. Но песня уже заканчивалась, но это было круто, потому что, опять же, мы просто катались, и она с готовностью насаживала мой член прямо во время езды. А уже в другой раз мы с ней гуляли по улице, на ней была такая юбочка. Жила она в многоквартирном комплексе, и там посередине был такой садик, куча скамеек по кругу. Ну и мы гуляли там, целовались, общались и всякая такая херня. На ней была коротенькая юбочка, она садится ко мне на колени и такая говорит: «Вытащи хуй». Я говорю: «Хорошо, но тут ведь повсюду люди гуляют». Она: «Да, они не поймут. Я тебя юбкой прикрою. И мы как будто будем с тобой сидеть и целоваться. Типа просто гуляем, милуемся». Я говорю: «Ну ладно, достаю». Она такая... Но потом кто-то прошел рядом, она на секунду остановилась, и мы начали целоваться. Затем я захотел полапать ее сиськи, но смотрю, кто-то идет, и мы такие... Но мне вообще стрёмно сосаться при народе. Не знаю почему, но мне никогда особо не нравилось, когда жестко лапзаются. Типа, если я вижу, что кто-то так делает, я нахожу это отвратительным. Ну да. Только если это не я. Нет, даже если я, мне стрёмно. Но неважно, мы занимались кое-чем посерьезнее. И так оно все и было. Пауза, продолжаем. То есть мы не могли полностью этому отдаться, но в то же время это было и классно, потому что я выглядел типа как чемпион, который может держаться вечно, так? Потому что как было? Веду. Сидели мы на скамейке, в то время, когда тебе нужно было сделать еще один бросок. Веду, кинул. Ага, ну это было так. Веду. И тут она останавливается, больше не веду. Короче, я держался как чемпион, но мы не могли полностью этому отдаться, да и я был не уверен. Как-то все это было немного странно, потому что, опять же, она отсасывает и тут же напевает, а теперь она хочет поебаться при народе, что, опять же, меня возбуждало, но это было немного странно, потому что мы ведь только начали зависать всего несколько дней, и тебе нужно было привыкнуть, как она ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням поет в твой член. Да-да, как будто в народном артисте выступает или типа того. Да, я не знал, чего ожидать, но мы были на улице, и она мало что могла из этого выжить. Но тут она приглашает меня, проходит всего несколько дней, и она приглашает меня к себе домой. Мама была на работе. Короче, сидим мы у нее дома, смотрим телек и начинаем сосаться. А потом она раздевается, мы дурачимся, и она начинает отсасывать. Мы раздеваемся догола, она забирается на меня, оседлала такая. Но она это начинает делать несколько странно и прикольно. Это было прикольно, но в то же время странно. Она сидит в позе наездницы, ничего необычного. Но тут она начинает делать вот так. Надо волосы распустить, чтобы показать. Она делает вот так. Думаешь, я красивая? Ты думаешь, я красивая? Я отвечаю: да. Как ты думаешь, а вагина у меня красивая? Думаешь, у меня красивая пизда? Она в это время делала рот, как у модели? Ага, она взмахивала волосами, и ей было очень-очень важно, как она выглядела в этот момент. Ее лицо, волосы и всякое такое. Она взмахивала волосами и приговаривала: «Думаешь, я красивая и сексуальная?» И мне это казалось немного странным. С кем ты был? С Парис Хилтон? Нет, это было сексуально, но в то же время довольно странно. Когда она начала со мной говорить, спрашивать меня, я всегда считал странным, когда девушка во время Евли спрашивает, типа, «Ты считаешь, что я красивая?» И что я ей отвечу? Типа, «Нет, ты очень страшная, но я просто хочу поебаться. У тебя клевая пизденка, так что мне пофиг». Что тут можно ответить, правильно? Ну, а я такой человек, что когда у меня спрашивают про красоту, я плачу и говорю: «Ты такая красивая! Спасибо тебе! Я люблю тебя!» Не, мне очень понравился вопрос про пизду. Я считаю его интересным. Типа такая: «Ты считаешь мою пизду красивой? Думаешь, моя пизда сексуальная?» И ты такой: «О, да! Да, как ты думаешь, куда я тебя сейчас ебу, а?» И вдруг я чувствую, как мне на яйца начинает что-то капать. Я думаю: «Ништяк, она так возбудилась и так промокла, что немножко намочила мой лобок. Волосы все спутались, блин, стали как мокрый спутанный кустарник». Ну, ты понимаешь. Но тут волосы на яйцах начинают промокать уже насквозь и капает уже прямо в дырку в жопе. Прошу прощения, твоя волосянка? Моя волосянка начала промокать. Моя жопа начала, все начало туда заливаться. И внезапно жидкости стало так много, что когда она двигалась вверх-вниз, был такой звук. Хлюп-хлюп-хлюп-хлюп-хлюп. Знаешь, когда ладошкой так по луже делаешь? Да-да-да.
Возникает такой звук. Вот так и здесь. Хлюп-хлюп-хлюп-хлюп. Смотрю на нее, а она такая... Тебе так и нравится? Думаешь, это так сексуально? Я говорю, господи, конечно, это сексуально. Так мокро, это просто охуительно. Но потом я задумался, типа, вот что-то это уже перебор. Типа, такого у меня еще не было. Опять же, волосянка там бывало промокала. Но чтобы лилось на жопу, хлюпало, и пупок был заполнен пиздячим соком. Я такой думаю, походу, эта тёлка нассала на меня, блядь. Лежу я, значит, такой думаю, она чё, обоссалась? Вот уж будет реально стыдоба, если она на меня нассала. Но опять же, мне ещё всё ещё нравится. Потому что я думаю, типа, надеюсь, она просто меня всего обкончала, или типа того. А она опять за своё. Ты считаешь её сексуально? Как думаешь, моя киска промокла? О да, просто струями ебашит девочка. И потом она начинает ебаться, наклонившись назад. Простите? Мне нужна моя Джанет Джексон. Она начинает делать так. Ну, вы поняли. И такая, поиграй с моим клитором. Поиграй с моим клитором. Я такой, хорошо, сейчас. И вот этой рукой я играю с ее клитором. А другой рукой провожу по влажному месту и такой... О, да. Ну, типа, я хотел узнать, моча это или нет. Я должен был узнать. Но нет, на вкус как пизда. Что вы там обнаружили, Анджела Лэнсбери? Я понюхал и думаю такой, пахнет пиздятинкой. И на вкус как пиздятинка. О, так это пизда. И, короче, я начал ласкать ее большим пальцем, пихать его, толкать. И меня это так вставило, я так в этот момент возбудился, потому что понял, что она становится просто супер мокрая. Ну, я так посчитал, что это сквирт, то бишь сквиртинг. Так. И я так возбудился, потому что думаю, типа, такое у меня впервые, это же сквирт. И я надеялся, что она начнет брызгать, выстреливать в меня. Правда, в меня ничего не стреляло, но после того, как я начал двигаться быстрее, типа плюх-плюх-плюх-плюх-плюх, я почувствовал, как мне на лицо брыжет ее сок. Я такой, как же это пиздато? И мне так ништяково, как же это охуенно. И тут я слышу, мы с ней слышим, «Привет, ты дома?» Я такой, она останавливается, я думаю, блядь, она мне, слушай, ты не должен здесь находиться, лезь под кровать. Так это с ней родители разговаривали? Ее мама, да. Я думаю, ну пиздец, во-первых, я слишком стар для этого, во-вторых, я слишком стар для этого. Я подумал, что я слишком стар для того, чтобы прятаться под кроватью, потому что она причитала, лезь под кровать, лезь под кровать. Ну, я залез под кровать, она вышла, начинает разговаривать, надела халат, выходит и такая, а ты чего это дома, мама ей? Да зашла на обед. А я сижу там и смотрю, как ходят ее ноги, ну, не только ее, еще и ее матери. И думаю такой, я не хочу, чтобы он падал. И, короче, погнал дрочить, что довольно жутко, потому что я слышу голос ее матери. Я слышу, как она разговаривает, но мне неохота, чтобы мой член упал, так ведь? И вот я уже готов кончить, лежу такой у нее под кроватью. И смотрю, где там ноги? Нет ног, нет ног. Потом вижу, подходят ее ноги, и она вопрошает. «Мама еще здесь. Ты чем там занимаешься?» А я, получается, выглядываю из-под кровати, она в своем халатике промочила уже весь его насквозь. А я смотрю прямо на ее пизду и говорю, ничем. И она, блядь, садится мне на лицо. И это так офигенно. Я такой, ну ладно. Лежу, значит, дрочу, она стоит на коленях у кровати. Пусть это будет кровать, и она стоит такая... Типа, если мамка зайдет, она скажет, да я тут просто кровать поправляю. Типа, она стоит на коленях у кровати, будто бы делает домашнюю работу, блядь. А тут заходит мама, и она не поймет, что ты там под халатом. Именно. И вот, ты же помнишь, что она пиздец какая мокрая, мокрая насквозь. И у меня вся морда блестит, сверкает, и я такой... Начинаю мазать себя за сиську. Дрочу там под кроватью, и она такая трется, блядь, и спрашивает. Ты считаешь, моя пизда сейчас красивая? Я ей отвечаю, господи, еще бы, она охуенная. И она двигается все быстрее и быстрее. И тут я слышу. Мы слышим ее маму. Все, я пошла на работу. Она такая, ладно, мам, ладно. И тут такая, а я сам дрочу под этой ебаной кроватью. Она аж воет. И тут пиздык залила всю кровать. Обкончала мне все лицо. Все мокрое. Я лежу такой. И это было круто. Ты похож на ту тёлку, блядь, из танца вспышки, чувак. Я просто говорил... Нет, не там, где маньяк, а там, где она дёргает за цепи и...
Это было круто. Она кончила, мы вместе кончили. И я продержался как чемпион. О, да. Походу, у меня даже сейчас в киш напрягся, когда я об этом думаю. Похлопайте секс-истории Джейсона Мьюза. Мы недавно посмотрели «Мстители». Одно из преимуществ того, что мы на этой неделе находимся в Австралии, и просмотр просто классно совпал с турне. Его здесь показывают раньше, чем в США. Хотя в США тоже была премьера, и нас не пригласили. Бог знает почему. Так что нам выпала возможность посмотреть его здесь вчера вечером. Сколько уже человек посмотрело? Так, а сколько человек еще не видело «Мстителей»? Ясно, хорошо, я не хочу вам спойлерить. Я скажу, что там просто пиздец. Цвырк, цвырк, цвырк. Типа кончаешь в штаны от самых крутых моментов в фильме, если ты любитель комиксов. Не знаю, если вы не любите комиксы, то вряд ли так же обкончаетесь, как мы. Но удовольствие определенно получите. Это лучшее появление Халка на ТВ, да и в фильмах вообще. Это было так заебательски. И к тому же смешно, если пойдете, приготовьтесь смеяться, это классная киношка. Но лучше не спойлерить, ведь многие еще не видели, так что мы будем говорить о фильме неопределенно. Туманно. Что тебе больше всего понравилось, только без спойлеров? Для тех, кто в курсе, мне нравится эта сцена. Помните? Она стала моей самой любимой. Не говори зашифрованно. А чё? Я ведь не спойлерю тем, кто не видел, потому что они такие скажут. Там кто-то кому-то махал? Но те, кто видел, все поняли, потому что это смешная сцена. И мне она очень понравилась. Кстати, по-моему, это было в рекламе, так что я не раскрою сюжет. Когда он такой, ну ты понял, у нас есть это, а у нас есть то, а потом Тони Старк говорит, а у нас есть Халк. Да-да, в конце. Я смотрел его с Эо, и он был в таком восторге, такой маленький восторженный ребенок. Он любит ебаные комиксы, фильмы по комиксам и все такое. Постоянно смотрит. Было довольно поздно, мы постоянно путешествовали, почти нихуя не спали. Я смотрел фильм 2.5 часа, ну и периодически разваливался в кресле и ждал клевых моментов, чтобы подскочить. Ну, ты знаешь, когда кино пробирает до костей. А этот пиздюк все время сидел вот так. Как ебучая псина из мультфильма «Вверх». Просто не моргая. 2.5 часа в одной позе, веришь, блин? Ни влево, ни вправо. Этот фильм чуть ли не снят для таких, как он, который будет тебя спрашивать, а что случится, если ёбаный Капитан Америка подерется с Тором, а тот ебучим молотом ёбнет его по щиту? Как думаешь, что произойдет, Кэп? Но я не такой человек, который скажет, я тебе скажу, что произойдет. Иди выеби бабу, это все, что тебе нужно. Я люблю комиксы так же, как и этот парень. И гипотетически, это когда ты накуриваешься и говоришь, а ты больше наркотики не принимаешь, так что иди вместо этого потрахайся. Но весь ебаный фильм, он взял нам билеты на ебучее 3D. Говорит, типа, если смотреть, то надо погружаться в фильм полностью. И было классно, 3D было чертовски качественное. Оно было очень крутое. Мне понравилось, чувак, это было клево. Это 3D, ну ты знаешь, когда в экран бросают топор или еще какую-нибудь хуйню прямо в тебя. Но, по-моему, весь фильм — это сплошные крутые 3D-эффекты, ну ты понял. Корабли там и все остальное. И это просто пиздец. Самая странность в том, что все это время, когда я сидел там и кайфовал от фильма, мне бы никогда и в голову не пришло, что меня бы так привлек Тор. Господи боже! Ага. Этот парень в буквальном смысле мужик, он выглядит намного, блядь, выше меня. Но если бы он был в одной комнате с моей женой, он вылитый бог. Актера подобрали просто идеально. Если бы я встретил его со своей женой, я бы сказал, забирай ее. Надеюсь, это сработает. Ну ты понял, господи, он до невозможности охуенен, а как талантлив. Не просто какой-то смазливый чувак и все такое. Он еще и забавный, а именно он произнес мою самую любимую реплику в фильме. Я не хочу ее спойлерить, но весь ебаный фильм я сидел и говорил, черт подери, он невероятно красив. Ну то есть, ты такой думаешь, да у этого чувака должна быть куча телок, но он чересчур красив даже для телок. Типа, мне нравится думать, что его красота является для него же и препятствием. Потому что я толстый, понимаешь? Я должен верить, что он платит сполна за то, что такой пиздатый. Но единственную цену, которую он платит, это то, что какой-то жердяй хочет его выебать, так что... Но я не хочу его ебать, я бы сам отдался, блин. Он бы мог... Уебок мог сказать, я Тор, не шути со мной. А я бы сказал, да брось, нагибайся, давай по новой. Отжарь на этот раз меня своей молнией.
Да-да, он австралиец, он из ёбаного Мельбурна, чувак. Кто-то сказал про это, когда мы выходили из кинотеатра. Один парень, когда мы выходили из киношки, какой-то тип подходит и говорит: «Эй, блин, это же вы, ребята, мы ему привет», сфоткались такие. А там был другой тип, который спросил: «Как вам фильм?» Я говорю: «Потрясная штука, сам-то что скажешь?» И он такой говорит: «А вы знали, что Тор из Австралии?» Я отвечаю: «Сучка, он из Асгарда». Да, потом я понял. Ух ты ж, блин, а ты прав. И так и да, он отсюда, из Австралии. Их тут красавцами растят. А тебя вообще Тор привлек? Нет, пока он не достал в той сцене, где он с молотом в руке и говорит: «Посмотрите-ка на этого Халка». Достает член и говорит такой: «Смотри, его молот достигает уровня второго молота». Ты смотрел какую-то другую версию фильма. И все это в 3D. Поэтому, когда он достал член, это было вот так. Пытаешься такой пососать 3D хуй, блядь. Он был привлекателен. Здесь вообще полно привлекательных людей, как я понял. С тех пор, как мы приехали, гуляли здесь. Это потому что ты завидуешь? Потому что ты пиздец, блядь, какой завистливый. Завистливый? Завидую людям? Да. Хожу везде и толкаю сексуальных людей. Типа, ты слишком красивый. И ты слишком красивый. Да, я заставляю свою жену сидеть в отеле с опущенной головой все время. Когда приходит доставщик еды, блядь, я говорю такой: «Он тоже слишком классный, не поднимай головы». Нет, мы сидели на ебучем балконе, пялились на всех этих сексуальных серферов, блядь, одетых в свои шмотки, блин, все такие мускулистые, несут свои доски в руках, темные, загорелые. А я сидел на балконе такой: «Ох, ебать в рот, братан, обхвати ногами доску, сучара, блядь, обхвати ее ногами». И это жесть, потому что я всегда стою на балконе этажом ниже. И однажды стою, а там курю, и тут слышу: «Обхвати ногами доску, сучара, блядь». А потом на меня насрал голубь. И ты такой: «Нет, я не ты, я не пробую на вкус». Короче, все, завязываем с этим дерьмом. Как я уже говорил немного раньше, это разговорный подкаст. Мы его называем воздейственный подкаст, потому что, по сути, он был придуман, чтобы удержать Мьюза от употребления наркотиков. Многие годы он не мог слезть с героина и оксикантина. Так что, как правило, мы сидим, все выступление болтаем, а затем переходим к тому моменту, когда задаем один очень важный вопрос. И мы спрашиваем: «Мистер Мьюз, сколько вы уже не употребляете наркотики?» 2 года и 31 день. Спасибо. Это замечательно, чувак. Ты сумел, блядь, воздержаться от употребления наркотиков, уговорить себя исполнить свои мечты. Но для этого ты должен каждый день помнить, как ты к этому пришел. Всякий раз, когда мы выступаем, ты всегда должен покопаться в своем прошлом. Так расскажи нам поучительную историю Джея Мьюза, терзаемого наркотическим прошлым. Когда я выходил в город, у меня постоянно были запары. Я всегда стремался переносить наркоту, потому что это был серьезный процесс. Это было так: «Ладно, я там буду около недели, а поэтому надо пронести с собой дурь». Обычно я довольно... Каким-то образом мне удавалось. Это было не так трудно, как заныкать жизняк в самолете. Я как-то запрятал ебучий шприц, но не себе в анус, а вот как-то так. Типа покоится между булками? Да, он покоился у меня между булками. Наркоту я засунул в маленький карманчик и завернул ее. Ну, короче, я постоянно таскал с собой став. Но это было не так уж и важно, потому что я всегда, типа такой: «У меня есть 3 маски на этот день. Этот день и этот день». А потом, когда я уходил, мне еще хватало и на утро. Но всегда были эти последние 1, 2 или 3 дня. И вот я поехал в город, пробыл там пару недель, и у меня все закончилось. И как раз в этот момент я познакомился с девчонкой в баре. Мы провели ночь у нее дома, потом мы еще одну. Мы ночь напролет бухали и тусили. В итоге я ей говорю напрямки, потому что я уже начал потеть. Я говорю ей: «Эй, а ты можешь достать наркоты?» Она отвечает: «Да, у моего друга есть оксис и героин». Короче, на следующий день я встретился с этим чуваком. Он притащил мне дури и здоровенный шприц. Вроде как для стероидов или типа того. Вот такой большой. Ты-то обычно пользуешься маленькими, а этот здоровый. И я не смог им ширнуться, поэтому пришлось нюхать. Но так как торчал я уже по-серьезки, меня почти не вставило. Еще у этого парня был Занекс. Я по какой-то причине никогда не употребляю Занекс.
И все равно я его принял. Просто на всякий случай, ведь я не мог спать, мне херово, я весь вспотел. Я бы принял Xanax, и меня, скорее всего, бы вырубило. Но я его и принял, и пиздец, я почти ничего не помню. Меня то накрывало, то отпускало, и у меня тогда был сломан зуб, а я все терся об эту отколотую сторону, в смысле, языком, и постоянно его резал. И почему-то всю ночь, я-то помню все обрывками, но мне рассказали. Я все ходил, входил и выходил из ее комнаты, и люди, ее друзья, девчонки, которые там жили, и еще пару чуваков сидели в гостиной, а я такой... Они сказали, что я ходил кругами по гостиной, а они смотрели телек, и я такой... Стал прямо перед телевизором и начал, блядь, отрубаться и засыпать. Сказали, типа, что они так перепугались, и девчонка все пыталась оттащить меня в комнату. А потом она сказала, да, потому что именно такого парня ты хочешь себе в спальню. Короче, она не хотела, чтобы я был в гостиной с ее друзьями. Там было полно ее друзей, и они все на меня зырили. Она сказала, что в один момент она встала, я этого вообще не помню. Она встала, подошла и говорит, «Так держать, пиздуй отсюда, вали из гостиной!» Она открыла дверь, я стоял в коридоре перед другой спальней, спальня ее соседки. Я встал и начал ссать на дверь, блядь. Стою я, значит, такой, «Су, блядь!» Я был в объебосе, и что странно, я так плотно нагрузился, коксом или окси, неважно. Я был так объебошен, но я бы это запомнил, но из-за этого Занекса я ничего не помнил. Я-то всего принял 2 миллиграмма этого Занибара или как там его там. И я себя так вел, и совершенно не понимал, что делаю. Короче, ссу я на дверь ее соседки, блядь. Она пытается меня оттащить, выходит соседка, начинает орать на нее, орет на меня, а я ей в ответ, иди нахуй. Я в отключке, и все продолжается. Делать эти странные движения, блин. Потом я, блядь, она отвела меня в комнату. Наконец-то, говорит, я засыпаю. Она заставила меня уснуть, говорит, положила меня на кровать и давай меня. Да кто в здравом уме станет тебя отсасывать после такого, чувак? Да я сам не в курсе, без понятия. Да было так странно, чувак. Прикинь, чувиха отсасывает, поднимает взгляд, а там... она сказала, что я, блядь, кончил, лег и заснул. А когда утром проснулся, и ее, блядь, соседка рассказала мне, что было, говорит, «Ты помнишь, что ты вчера натворил? Ты мне всю дверь нахуй обоссал!» Я так стрёмно себя почувствовал, пошел, все помыл. Мне к этому моменту опять стало плохо, ну, ты понял, наркоты нет, еще и неебическое похмелье от этого Занекса. Меня опять унесло, начало тошнить под градом и все такое. И такое говно происходит постоянно, блядь. Я вообще по этому не скучаю. Типа сейчас я могу приехать, ну ты понял, сюда, в Австралию. Такая хрень произошла со мной во Франции, на Каннском кинофестивале. Это был пиздец. Я был в таком восторге, типа, как там красиво. И в первый же день я побежал на пляж, потому что я привез наркоту и был в полнейшем объебосе, а там круглые сутки вечеринки, и народ такой, погнали потом ко мне на яхту, потусим со мной. Приходите завтра. И я такой, да, да. Познакомился с 6 девчонками, они мне говорят, встретимся завтра утром в твоем отеле. Мы все придем туда позавтракать. Я такой думаю, мне ждут. Все будет круто. Просыпаюсь на утро, и меня всего вот так вот. Типа отходники. Да, потому что я привез наркоты где-то на 5 дней, но упорол ее всю, как ебанутый. В самолете, потом, когда приземлились, блядь, с утра в отеле, днем, а потом еще и ночью. На следующий день у меня уже был голяк. Потом я 3 дня сидел в отеле. Так что я совсем не скучаю по этому. Помню, как в Каннах, блядь, мы с Можером откуда-то вернулись, давали интервью или типа того. Да, мы давали интервью и вернулись обратно, а когда уходили, тебя еще не было. Вернулись, а ты лежал на кушетке, и там еще был какой-то старый француз. Он стоял в комнате, и мы вообще не поняли, что это за картина такая. Такие, о боже, он вызвал шлюху, а ему привезли проститута. Я подумал, что так оно и есть, потому что Джей лежал на диване. Но тут мы увидели у чувака саквояж и спрашиваем такие, это что, доктор? И этот тип такой, Мьюз такой говорит, надо ему заплатить, а то он не уйдет. Мы такие, в смысле не уйдет? Потому что он говорит, что я должен ему денег. Мы спрашиваем, за что ты ему должен денег? За то, что он приехал на дом. Я спрашиваю, ты ему заплатил? Он говорит, нет. Я такой, значит, ты должен ему денег, чувак. Ну и мы спрашиваем, сколько? Он назвал нам сумму, мы сложились, отдали ему деньги и говорим, прости, мужик, я не понимаю, что происходит, а он отвечает,
ваш друг, Лес Наркомано, Наркомано. Я такой, хорошо, до свидания. Говорю Можеру, какое классное приветствие. А Можер мне, это значит, что твой кореш наркоман. Я говорю, ой, я не изучал французский в школе. Да, это было жутко, жуткое было время. Гораздо лучше сейчас, когда сидишь рядом с ним и не знаешь, о чем он будет рассказывать от вечера к вечеру. И, безусловно, немного беспокоишься, потому что никогда не знаешь, какую он заведет тему. Но я никогда не буду сидеть здесь и говорить, «Да он в объебосе, я лучше сам». Ты почти год держишься живчиком и полностью изменился. Я это ценю, потому что на некоторое время я потерял своего друга. А ты проебался в наркоте. И так классно, что ты вернулся, и сейчас мы с тобой. Да, спасибо. Итак, один из множества способов, как мы помогаем Джейсону оставаться в завязке, это игры на шоу «Джей и Тихий Боб стареют». Эти игры очень физически ориентированы. Мы приглашаем людей из зала с нами сыграть. Игра называется «Давайте ебаться». И она очень простая. Принцип такой. Когда люди называют вам сексуальную позу, например, миссионерская поза, и нам всем известно, как она выглядит, или кто-нибудь другой говорит «по собачье». И эту позу мы тоже все знаем. Но если я говорю Джейсону что-то типа «Мистер Мьюз, изобразите нам сексуальную позу под названием «Когда Эвок не дает». Молодец. Но когда он это делает с кем-то еще, выглядит не так жутко. В общем, несколько людей в Твиттере написало, что они очень бы хотели поиграть, потому что ездят за нами все турне. Джонатан Миллер, ты здесь? Это да или нет? Да. Ага, хочешь выйти поиграть? Джонатан Миллер затвитил. Ради шоу. Я посетил Перт, Мельбурн, Аделаиду. Может, позволите мне выебать Джея Мьюза в Аделаиде? И поставил хэштег «Сосу хуй по всей стране». Думаю, мы хотим с ним познакомиться. Соник Дак, ты здесь? Дак Кэр. Да, выходи, сыграем, чувак. Заодно Джейсона Мьюза выебешь. А это от Лили Крикет. Ты здесь? Пишет, мы с по... А, вот вы где. Мы с парнем буксуем из Мельбурна в Аделаиду. Хулиганка. Джей — это наш шанс прославиться. Пожалуйста, дайте нам его выебать. Ну, спускайся. Сейчас посмотрим. Возьмем кого-нибудь еще из зала. Вот ты в середине, только что поднял руку. Если сможешь, как ебаный Ричард Гир в «Офицере и джентльмене» ринуться сквозь толпу и сгрести Мьюза в охапку, он будет в твоем распоряжении весь вечер. What is that? Это что такое? Мой хер, мой хер, мой хер. Разминаешься? Готов приступать? Готов! У нас есть кто-нибудь? Эй, парень, иди сюда, чувак. Эй, подходи, садись, братан. Садись, давай знакомиться. Ты который? Ты Джонатан? Да, возьми микрофон. Да, это я. Хорошо, поздоровайтесь с Джонатаном, народ. Откуда ты, Джонатан? Из Перта. Из Перта, точняк. Это ж ебать как далеко, верно? Да, мы ехали через Мельбурн, и... Лёва, большое спасибо, давай пять, чувак. Ну и как мы в целом по стране? Да, в смысле, распродаёте все билеты везде, но здесь, кажется, вообще все занято. Да, кажется, все классно, но я не об этом спрашивал. Как мы в целом? Ведь ты был на нескольких выступлениях, нормально получается? Да, это просто фантастика, в Перте было очень круто. Хоть вы и были немного уставшими от перелета, но выступление было потрясное. В Мельбурне было супер, отлично. И под конец всего ты сейчас выебешь Мьюза. Потрясающе, не правда ли? Отличный конец большого праздника. Что? Отличный конец большого праздника. Отличный конец большого праздника. Мне надо было перевести это в уме. Красавчик. Так, ладно, иди к мистеру Мьюзу. Ребята, я вам назову сексуальную позу, а вы решите, как она будет выглядеть. А начнем мы, пожалуй, с местечковых реалий. Предложила позу Зои Мэтьюс, ZKSJ. Она написала, как насчет такого названия? Раделаидская траходрочка. Идите, разбирайтесь, как будет выглядеть раделаидская траходрочка. А пока что ты, футболочки, иди сюда, садись рядом со мной и представься. Как зовут, сынок? Шеннон. You're which one? Ты который? Шеннон. Шеннон, это я тебя выбрал из зала, да? Да. Так я про тебя ничего не знаю. Откуда ты? Отсюда, из Аделаиды, прямо из города. В 10 минутах езды на север, ясно? И когда сегодня сюда шел, у тебя хотя бы на секунду мелькала мысль, мол, я выебу Джейсона Мьюза? Нет, но я так долго этого ждал.
А чем вы занимаетесь, сэр? Какая у тебя профессия? Кем ты работаешь? Ну, я торговый представитель. Торговый представитель чего? Цементной компании. Ну, представь мне свой товар. Ну, если добавить воды, у вас затвердеет. Джей, скорее всего, это понравится. Какой ты твердый, я куплю мешок. Ты тёлкам тоже это постоянно говоришь? Да, иногда. Ты женат? Девушка есть? Я женат, да. Сколько женаты? Лет 7-8. 8 лет. Эти слова на нее больше не действуют. На нее больше вообще ничего не действует. Знаешь, типа, я как цемент, если ты добавишь воды. О, господи, так ведь? Лады, а теперь давайте-ка посмотрим на секс. Первая сексуальная поза, которую вы увидите, называется «Раделаидская траходрочка». Вперед, Джейсон Мьюз. Let us fuck. Давайте ебаться. Даже я просек фишку, чувак. Хули. Это же город церквей. Он заслуживает победу, дамы и господа. Смотрите на него, поебался и устал. А это поза будет немного банальной, но я все путешествие ждал этого. Она довольно простая. Мне иногда нравятся очень простые позы. В честь нашего пребывания в Австралии, следующая сексуальная поза, которую нам воспроизведет Джейсон, называется «Я кончаю от австралийских земель». Идите, обсуждайте, как она будет выглядеть. Чувак, а ты пока присоединяйся ко мне. Не бросай меня здесь одного, я в ужасе от самого себя. Хватай микрофон, как тебя звать, сынок? Даккер. Даккер, ништяк, чувак, как жизнь? Ты ведь побывал на куче выступлений. Да-да, два в Сиднее, а потом здесь в Аделаиде. Какие у тебя волосы, чувак. Обалденные. Ну, знаешь, они так смотрятся, будто уложены и не уложены одновременно. Небрежно так, знаешь, типа, знаешь, ведущего на шоу. Ну, ты такой, душа компании. Спасибо, которого все любят, но никто не дает. Насчет этого не сказал бы. Что, часто трахаешься? Ну, знаешь, стараюсь как могу. В смысле, сколько ты трахнул? Я тебе скажу, сколько я. О, чувак, нет-нет, нельзя говорить свое магическое число. Серьезно? Ни за что. Серьезно? Конечно, какая девчонка захочет спать с чуваком, у которого было слишком много партнерш? Не то, чтобы я говорил про себя, извините. В общем, лучше об этом не говорить. Блять, у меня же микрофон в руке, простите. Просто скажи двузначное или трехзначное число. Трех. Нихуя себе, чувак, правда? Да пиздит он. У меня 27, так что... Он сказал то, о чем мы все думали. Я не хотел из тебя это вытягивать, но в глубине души такой думаю, это невозможно. Заебанец истину глаголит. Я долгое время был один, так что знаешь... А в реальности где-то ближе к 11, да? Чем на жизнь зарабатываешь? Работаю в правительстве штата New South Wales. Чем занимаешься? Ну все, началось. Скажи, что ты тот чувак, который выдает талоны на бесплатный минет. Быстрее. Я работаю в органах детской опеки. А, понятно. А вы его свистали, уёбки. Да-да, идите нахуй, ребята. Вот так. Ладно, продолжим. Кстати, о детской опеке. Сейчас мы посмотрим, как ебутся два парня. Итак, поза, которую мы сейчас увидим, называется «Я кончаю от австралийских земель». Твой выход, Джейсон Мьюз. Давайте ебать. Блин, мне понравилось, как они сразу перешли к погоне. Он заслужил выигрыш, дамы и господа. Это была охуеть, как сексуальный чувак. Так, ладно. В честь той охуительной истории, которую мы слышали ранее, я придумал название позы. Думаю, парни быстро сообразят, что к чему. Она называется «Ржавый диджериду». Дуйте, придумывайте ржавый диджериду. А пока, ребят, идите сюда. Парочка, ни хрена себе. Никогда не болтал с парочками. Присаживайтесь. Кто из вас кто, ребят? Я Лили. Я Лили. Ты Лили, а ты парень, с которым она спит. Как тебя звать? Нимрод.
Реально? Yes, да. В натуре твои родители реально взяли такие, да похуй, Немрод. Really? Like, правда? Они просто забили? Нет, у меня папа из Израиля, а у них там это популярное имя. Что, серьезно? Ага. Я думал, это означает тупица или типа что-то того. У вас американцев, да, так и есть, но тебя что, реально назвали ебаным тупицей? Нет, это был такой охотник в Библии. Да ладно. Правда? Король Шумеров. И даже у него был худший рекламный агент, потому что, поверь, я с тобой согласен. Немрод всегда означал тупого человека, но ты говоришь, что это охотник. Ну еще кто не сказал. Слушай, я видел, он намного круче. Поверь мне, так и есть. Я искал всякие разные версии, которые только можно. Жесть, чувак. А ты всегда называешься Немродом или Балбесом, или просто говоришь сокращенно Ним или Рот, или как? На работе его зовут Немо. Немо? Да, как очаровательно. Смотри, ты нашла своего Немо. Да. Она такая, погружаемся. Так, по-моему, они уже готовы перед нами поебаться. Я никогда не упускаю возможности позырить на такое. Поехали. Следующая сексуальная поза, которую мы посмотрим на шоу «Джей и Тихий Боб стареет в Аделаиде», называется «Ржавый диджериду». Твой выход, Джейсон Мьюз. Давайте ебаться. Вот это да, блин! Мне понравилось, как ты почувствовал необходимость тоже кончить. Он заслужил выигрыш, дамы и господа? Отлично, сэр. Очень эротично. Так, вы двое, идите к Мьюзу. Это будет горячо, секс втроем. Мы еще никогда такого не видели. Итак, два парня, одна девушка, посмотрим. У меня есть местная, забраться на Маунт Болд. Но нет. Возьмем, наверное, вот эту. Девчина и мужчины. Ну что, блин? Заканчиваем вечер просмотром «Ебли втроем» прямо здесь, в городе церквей. И она будет охуительно грязной. Ее нам покажут Джейсон Мьюз и счастливая парочка. Как именно выглядит поза девчина и мужчины? Ваш выход, Джейсон Мьюз. Давайте ебаться. Почему я знал, что именно так все и произойдет, блин? Они заслуживают выигрыш, дамы и господа? Превосходно, превосходно. Блин, это было охуеть как сексуально. У нас действительно была девушка. Когда вы тут начали шпилиться, блядь, я такой подумал, ну блин, и куда это заведет? Но потом, когда ты ее оттолкнул нахуй в сторону, я такой думаю, о боже, а сейчас-то что? А затем ты начал ему отсасывать, и я такой, фух, все нормально. Ну что, Аделаида, хорошо провели сегодняшний вечер? Лично я был в полном восхищении, но я просто парень, который сидит здесь, слушает очень смешных и талантливых людей, разговаривает и всякое такое. В данном случае я преклоняюсь перед мастером. Аплодируйте этому замечательному рассказчику, мистеру Джейсону Мьюзу. На этой неделе с вами были стареющие Джей и Тихий Боб. Я Кевин Смит, Джейсон Мьюз. Погнали стареть, народ. Всего доброго, Аделаида. Что вы думаете о Джей и Тихом Бобе? Это было круто! Охуенно круто!
Просто пиздец, как круто! Из истории, которые я сегодня услышал, мне больше всего понравилась, наверное, та, где Джейсон рассказывал о том, как пытался заставить свою жену пернуть в диджериду, потому что я бы и сам хотел бы попробовать это сделать. Она вообще первый раз видит Кевина и Джейсона, поэтому это мой первый опыт. Я, вероятно, у меня, вероятно, в голове есть некоторые представления, чего я не хочу. Но что-то, возможно, я и попробую, я кое-чему научилась. Давайте ебаться, не прекращая. Ему надо было выебать меня. Да. Вы раньше когда-нибудь видели, как люди изображают половой акт перед 3000-й аудиторией? Перед 3000-й нет. А так видел, да. Блять. По тебе на мать, блять. Тебе на мать, ночь. Раз, два, три, четыре. Ночь. Курим шмаль, спиды жрем. Повздыхаем, пиво пьем. Пьем пивко. Пятки крутим, косяки курим. Кто курит косяки? Мы курим косяки. Косячок закрутим и его закурим. Дай-ка мне четвертушку. Давай, чувак, гони пит нахуй. Клади мне в руку и ее нахер. А если денег нет совсем, тогда я в долг могу дать всем. Моя джангл, а? Да. В долг. Я хочу узнать тебя, о да. На русский язык перевел и озвучил Киберпанк.